за что сегодня были задержаны? Повязывала порезанную простынь и полотенце. Где вы их вязали? Недалеко от своего дома, подъезда моего дома. Какой адрес? Дзержинского, 127, 7-й подъезд. Какого цвета были ленточки? Простынь была красного цвета, а полотенце белое. Несовершеннолетние дети есть? Есть. Сколько? Трое несовершеннолетних детей. То есть у вас трое несовершеннолетних детей. Почему вы не занимаетесь их воспитанием, а ходите развешиваете ленточки? Дети в школе, в садике сейчас. А почему вы пошли вешать ленточки? Ну, я увидела, что ленточек нету. Обычно как бы они там появляются. И я взяла простынь, взяла полотенце, порвала дома. Подумала, что выйду, чуть-чуть завяжу, чтобы соседи порадовались. То есть вы это сделали, чтобы порадовали соседи? Ну да. В том, что вы сделали, вы раскаиваетесь? Раскаиваюсь.